Всем большой привет! Сегодня будем готовить очень вкусную и красивую праздничную закуску веточка мимозы. Чтобы не пропускать новые рецепты, лайкните это видео и подпишитесь на канал. Приятного просмотра! 5 вареных яиц разделяем на белки и желтки. А затем натираем их по отдельности на мелкой терке. На этой же терке трем 100 граммов твердого сыра. Дальше высыпаем в глубокую миску одну баночку сардины без масла. Разминаем рыбу вилкой. Добавляем измельченные белки и сыр. Солим, перчим по вкусу. Добавляем 1 столовую ложку майонеза и хорошо перемешиваем. При необходимости подсыпаем еще майонез. Должна получиться густая пластичная масса. Теперь из приготовленной массы формируем небольшие шарики размером с грецкий орех. Получается 25-26 шариков. Все эти заготовки обваливаем в тертых желтках. Затем выкладываем закуску на блюдо, формируя из шариков подобие соцветий настоящей мимозы. Оставшийся желток высыпаем сверху на закуску. Дальше берем веточки укропа и завершаем композицию. Вот и все. Вкусная и красивая закуска веточка мимозы готова. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.